Добрый день, с вами компания «Электромотор». Мы хотим рассказать сегодня, как выглядит оригинальный насос торгового марки «Педрола». А конкретно насос «Педрола» Pluriject M4/200. Это многоступенчатый насос, центробежный, для перекачки чистой воды. Его особенность в том, что он имеет несколько рабочих колес. Они позволяют делать насос высокопроизводительным. Его производительность до 200 литров в минуту с напором 57 метров. Если сравнивать с обычным центробежным насосом, который имеет одно рабочее колесо, там в разы будет меньше, то есть в половину даже еще меньше производительность. То есть как бы такие насосы в основном запрашивают у нас на капельный полив для полива аграрных участков, то есть сельских хозяйств. То есть он больше идет для работы именно полива в огромных больших объемов, не для бытового использования, для водоснабжения дома. Потому что высокая производительность дает возможность обеспечить поливом огромные участки земли. Значит, и выполнить те задачи, которые поставлены перед потребителем. Значит, по конструктиву так он выглядит у нас. Состоит он из двух частей. Это насосная часть, в которой расположено несколько рабочих колес. Они скреплены специальными такими вот стягивающими винтами для того, чтобы держалась хорошо камера, так как их там несколько рабочих колес, во время работы идет, конечно, какая-то вибрация минимальная. Вот для этого он с таким стянут специальными винтами. Передняя крышка и крышка, которая крепится уже непосредственно к самому электродвигателю. Это вторая часть насоса. То есть такого плана, как моноблок на одном валу, насосная часть и электродвигатель. Двигатель у нас асинхронный, однофазный, Pluriject M. Буковка M говорит о том, что это 220 вольт, то есть работает от сети однофазной. Также есть такая же моделька в трехфазном исполнении. В принципе, двигатель стандартный у нас идет с ребрами охлаждения. Двигатель является продолжительного цикла работы, то есть можете использовать насос сколько угодно для полива, сколько позволит ваша скважина. Внешне он идет такого темно-голубого синего цвета. Оригинальная продукция вот так вот именно конкретно выглядит. У нас имеется оттиск торгового бренда Педрола. Произведено в Италии, также отлито. И металлическая пластина, на которой выбита номенклатура, заводской код и параметры насоса. По подключениям вход и выход. И винт для залива, винт слива воды. В принципе, стандартный центробежный насос, только с более повышенной производительностью по воде. Поставляется в таких вот он коробках заводских. Также комплект поставки, обязательно паспорт и гарантийный талон. Гарантия на всю продукцию торговой марки Педрола составляет 1 год. Вот такой гарантийный талон и заводской паспорт. Для того, чтобы заказать насосы торговой марки Педрола, Pluriject и не только, обращайтесь в нашу компанию «Электромотор». Мы предоставляем только оригинальную продукцию. В наличии на складе имеется весь ассортимент. Отправляем в кратчайшие сроки. Ну и, конечно же, минимально низкая цена. Поэтому, чтобы заказать, заказывайте на нашем сайте. Не забывайте про промокоды «Насос 2020».